Цены на хлеб пока останутся прежними. Об этом заявили в социально-предпринимательской корпорации «Акжаик». На сегодняшний день Западно-Казахстанская область полностью обеспечена зерном. При этом у местных аграриев возникают проблемы со сбытом из-за ввозимого импортного зерна, стоимость которого оказывается ниже местного. Наши корреспонденты продолжат тему. В текущем году посевная площадь зерновых в Западно-Казахстанской области составила 306 тысяч гектаров. Это на 24 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Уборка зерна на сегодняшний день завершена. Специалисты заявляют, что полученный урожай полностью покрывает потребности населения области. При средней урожайности 10-30 гектара намолочено более 300 тысяч зерна. Полученный объем урожая именно по зерновым, по нашим расчетам, покрывает потребность населения области. Несмотря на увеличение посевных площадей, урожайность в сравнении с прошлым годом ниже примерно в 1,5 раза. Причина тому – неблагоприятные погодные условия. В текущем году, в месяце, когда зерну была необходима влага, осадков было мало. Дожди были уже в июле, когда настало время уборки пшеницы. В сравнении с прошлым годом собрано меньше урожая, но качество зерна в целом неплохое. Но не все так хорошо. В текущем году наряду с казахстанским на рынок заходит импортное зерно, которое оказывается дешевле местного. Такая ситуация ставит в тупик местных аграриев. Им приходится снижать цену на свой товар, что ведет к убыткам. Остается ждать, когда пшеницу можно будет продавать хотя бы немного дороже. Тем временем производителям хлебобулочных изделий возможность приобрести более дешевое зерно, наоборот, приветствуется. Как мы приграничный регион, как раз-таки ХПП просит, чтобы им разрешили зерно завозить, именно лицензированным так называемым компаниям, которые зерно не для дальнейшей перепродажи, а для, соответственно, переработки в муку. Я, насколько знаю, на сегодняшний день сейчас уже или подготовлено, или отправлено письмо в Минсельхоз и в МТИ в том, чтобы нам, как приграничному региону, именно для лицензированных, то есть для КХПП, для мельниц разрешили завоз зерна автотранспортом. Почему именно автотранспортом просится? Потому что, так как расстояние у нас небольшое, мы приграничный регион, за 8 часов можно фуру зерна привезти, соответственно, его там потом переработать. Для потребителя же главное – качество и стоимость конечных продуктов – муки и хлеба. Специалисты заявляют, что на сегодняшний день предпосылок для повышения цен на хлеб нет. Пока повышение цен на хлеб не ожидается. В частности, и не повысится стоимость социального хлеба, который на сегодняшний день составляет 90 тенге за одну буханку. Как сообщили в СПК «Акжаик», эта цена останется еще на протяжении 6 месяцев. Социальный хлеб, как и всегда, пользуется среди уральцев повышенным спросом. Продавцы хлебных киосков рассказывают, что уже с раннего утра за этим хлебом выстраивается очередь, и уже к обеду его разбирают. Социальный хлеб очень хорошо пользуется спросом. Его ждут с 7:30 утра. Бабушки уже стоят в очереди. Все за хлебушком. Он не крошится. Он очень вкусный. Его очень хорошо разбирают, ну и привозят 50-60 булок. Одна булка на руки. Повышение стоимости хлеба будет бить по карманам, говорят уральцы. Ведь этот социально значимый продукт потребляется ежедневно. Если хлеб подорожает, то это будет сильно влиять, бить по карману людям, и особенно инвалидам, пенсионерам. Присмотрите это, пожалуйста, что есть такие люди. Думайте о людях в первую очередь. Всем известно, что выращивание пшеницы в Западно-Казахстанской области – дело достаточно рискованное из-за резко континентального климата. Тем временем аграриям удается обеспечить население жизненно важным продуктом. Но даже при достаточных объемах зерна возникает ряд других проблем. К примеру, как сейчас с импортом. Как правило, все экономические и политические вопросы отражаются на жизни населения. Людям остается лишь надеяться, что при существующих возможностях и потенциале страны и регулярно оплачиваемых налогах они все же будут обеспечены доступной продукции. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асубек Абикенов, ТДК-42.